الله أكبر. Ебать, он так слезает, блядь, как будто я хуйный. Че, у меня убили лошадь, что ли, нахуй? Ебать, у меня убили лошадь, блядь. Она что, здесь убивается, что ли? Слышь ты, горный осел, блядь. Да что за нахуй-то, ебаный в рот, блядь, стой ты нахуй спокойно. Блядь, что за качество боев-то, ебаный в рот, блядь. Качество боев какая-то пиздец, залупа нахуй конская. Меня еще убили, блядь, ебаную лошадь, блядь. Да на нахуй, блядь. Наконец-то. Я даже не так долго встречаюсь с этим, когда мы живем. И чё? Меня похитили разбойники несколько недель назад. Да иди ты нахуй, блядь, сейчас я еще пойду расправляться с твоими разбойниками. Я меч дома забыл, а это палка, блядь, ковырялка. Я себе. Враги напали. А я ебал нахуй, заебали у меня уже, суки. Давай нахуй, дай мне, блядь, власти нахуй. А тут что такое? О, руда нахуй. Сейчас руды отдолбим. Чего? В каком бою, блядь? Да на нахуй, блядь, вы заебали уже, сука, блядь, просто пиздец уже нахуй. Выводите, блядь, со своей хуетой ебучей. Пёс, блядь, давай нахуй, жри его нахуй, козла это. Блядь, какие-то собаки нахуй тупые, блядь. Ну что тут, блядь, коза корячится, как будто я ебать собираюсь. Так, что у нас? Что у нас впереди, блядь? О, нихуя. Чё это за мамонт такой, блядь? Хобот мамонта. Нихуя. Во, блядь, волки меня просто заебли уже. А чё это такое, нахуй? Мамонт, пусто. А стрелу-то нельзя взять, блядь? Хобот мамонта. А, ну все, блин, блядь. Мамонта прибили к скале, блядь, стрелами. Мамонта стрелами прибили к скале. Ёбаный хуй, блядь, чё за нахуй? Овца, нахуй, сюда иди. Жж, блядь, сейчас я тебя застрелю, блядь. Из руки. Сейчас я тебя из руки, сука, застрелю, нахуй. Куда побежала? Блядь, сука, как автомат. Сука, надо по-быстрому спиздить, пока никто не видит. Я себе чей-то огород почистили. Так-то нихуево. Так, дверь. А, блядь, дверь, новичок. Нихуя себе, че? Конина валяется. Это мой конь, что ли? Заебись, тут кто-то погулял. Активом. Так, использовать котелок. Вы не можете это использовать в бою. Блядь, в каком бою? Я вообще ни с кем не дрался тут еще. Заяц, стой, заяц. Хуя, блядь, киркой, блядь, зайца, ебаный. Зайца, киркой ухуярил. Все артефакты в этих руинах. Подойдут любые зачарованные предметы.
Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь... Да ты выебал, ладно, иди нахуй уже. Старый хуй, блядь, пошел в пизду. Будет мне тут, блядь, что-то втирать, базарить 2 часа. Сказал так, блядь, задание найти нахуй. Артефакт, все. Че, блядь, пиздеть-то 2 часа? Блядь, занудствовать нахуй. Нихера себе. Так, ну теперь пиздец, конечно, блядь. Надо искать эту, блядь, каких-то нахуй 4 пиздатых предмета. Блядь, Литка, пошли. Литка. Хорош хуйней страдать, пошли искать. Какую-нибудь ебаторию. О, нихуя, так и вы тоже сюда. Ебать, значит мы верно идем. Так, а что такое? Опа, древний амулет. Понятно, блядь, значит так, один мы нашли. Ну пиздец. А что, нас тут накрыли, что ли? Да ладно! Блядь, нас что, закрыли? Да вы ебанулись, нахуй. Открой. Все в порядке. Как же это могло случиться? Ты старый пес, блядь, пидор, нахуй, ебаный. Открывай меня, нахуй. Правда? Возможно, у меня есть какой-то лак. Нихуя себе. Старый пес что-то мне ебет мозги. Оба-на, нихуя себе. Ну все, мы тебе пиздец, вообще крутые. Ох, нихуя, тут какой-то базар-вокзал, блядь. Ты охуел, ну. Слышь, пидор, какого хуя ты пришел сюда ко мне в пещеру, блядь? Я ассасин, нахуй. Тебе пизда, блядь. Так, стоп, что у меня там? А, у меня перевес, блядь. Я и думаю, что-то я еле-еле ползу, нахуй. Так, на, блядь, это, где у меня девочка? Ну-ка, иди сюда, нахуй. Сейчас ты будешь меня... Я знаю, я вижу, блядь. Чем служить? Сейчас таскать будешь вещи мои. А, блядь, Лидия. Давай, нахуй, короче. А, так. Давай я тебе дам вот этот, блядь. О, нихуя. Фалмерский боевой топор. Давай я тебе топор дам. Так, давай что-нибудь тебе еще, блядь, накину, нахуй. Ну, накинул не нахуй, а тебе. Так, что там? Яд. Слушай, давай ты, блядь, он нахуй поносишь вот эту всю шнягу. Собачать ему, блядь. Хобот, нахуй. Хобот, хуёбот. Нихуя себе мне переебали. Блядь. Че у нас тут, блядь, за это вот щит? Блядь, тебе щит, нахуй. Чем ты не совсем там охуела. Смотрите ролики, подписывайтесь. Всем хорошего дня.